Ребятки, я нашел самое настоящее сокровище. Просто я не знал, что такие каналы существуют, хотя, скорее всего, они есть, их много. Но, тем не менее, на этот канал я оставлю ссылку. Не реклама ни в коем случае, абсолютно. Хотя, может, и реклама, что уж там это самое. Короче, если что, то подпишитесь, там классные нарезки. У пацана невероятный просто потенциал. Увидел его у Андрюшеньки. Самое время мне тоже посмотреть какой-либо ролик. Я уже, в принципе, наткнулся на нужный мне. Ну что, давайте посмотрим. Полный трэш, как называется? Полный трэш с бандой Ютуба, серия номер один. Ну все, собственно, полетим. С вас лайки и подписка, если хотите больше подобного контента. И подпишитесь на пацана, в конце концов. Может, все-таки он побольше будет делать чего-то подобного. Летим. Так, ну полетели. Полный трэш с бандой Ютуба, давай. О, булкин. А сейчас реклама. Надоел сервер, хочешь полного... Да я ж пошутил. О, ля какая ядружечка-то там вообще. Пошел. Опа, это я что ли там вообще? Сколько у меня сантиметров? Вот странный вопрос от... Пацанов, да? В принципе, очень странный вопрос. Мой рост 1.78 м. Описание. Рост футов 6, среднее сложение. Рост 5 футов, блядь. Член еще больше. Рост 3 метра с хуем. 200 килограмм, блядь, живого веса. А что там еще надо измерять-то вообще? Карамелькой за щекою. Кирилл. Кирилл. Алейкум ассалям. Блядь, ебать, блядь. Я специально встал, думал, ты не дайте. Я знаю, что ты где-то, да, сука. Я знаю пароль. Я знаю, что я где-то... вижу ориентир. Я знаю, что где-то... Так, опа. Ко, хуя? Че за хуйня? Твоя задача — это генератор. Вечер в хату, мэм. Я тебя сейчас ебало на члены. Да, скиби, Максим. Ой, блин, это просто золото. Киборг убийца. На следующее утро. Воскресный контракт. Боже, какой-то год 18. Самое странное, что кейсы сейчас стоят 100 рублей. То есть операция только что вышла в сеть. Она только что появилась, 100 рублей. А что, сложная операция? Долго делали? 600, 6700, мы в плюсе. Чего с тобой происходит? Сейчас я решу, нахуй! Так, ладно, кран. Хоп-хоп! Итак, друзья, прямо сейчас я потратил 35 тысяч рублей. Алло. Алло. Да-да. Алло. Ну как там с деньгами? А? Как с деньгами-то там? Привет, подписчики. Прямо сейчас я активирую и у нас... Ну, так сказать, подождем. Олег Кофис, его приветствуем, это великолепно. Я залокал, ебаю. Ох уж этот Олег Кофи. Не, ну, в принципе. В общем и целом. Вот есть браузер, да? Ну, я, кстати, вижу. А у тебя шишка волосатая, брить надо. Походи, давай. Хорошо. Если захочешь поснимать, давай. Всем привет, подписчики. Здрасте, блядь, это я! Здорово, пацаны, всем, кого еще не видел. Мы сегодня сюда приехали впервые. Видите мой глаз? Говори. Оно хотя бы фокусируется? Да, нормально говорю. Да, хорошо, ладно. Мы сегодня будем покупать адекватно. Опа! Говори. Ебать, сука, трюкач, блядь. Ебать, там машина, блядь, ебаный рот. Ебануться. Уебывай отсюда. Ой, давайте новую карту, она прикольная. Нет. Кирилл, идешь? Знаешь, кого? Как? Да пятак выиграем, изи, вы чё? Пятак, я не буду никому пятак отдавлять. Давайте, идите. Отдавлять. Ты посмотри, кто у них в команде, а? Ты на себя посмотри. Где? Ты на себя посмотри, мам. Я себя вижу, я охуенный. Мы играем против... Девушка, а можете ко мне сюда подойти? Ой, я помню, это Серёга. Кирюха, меня несут куда-то, Кирюха! Хорошо бы мне, чтобы были у меня крылья, улетел бы я и щебетал бы
Кирюха, нет, Кирюха, они меня на кровать несут. Что они собираются? Они будут тебя трахать. Слушай, амчикба. А, реально, Кирилл, реально. Пацаны, блядь, руки на стол. Ты шутишь? Ну, нормально, в принципе. Короче, она сказала, подойди и лежи мне, жиж мне. Ты больной? Понимаешь, что там пизда? Фаш, выходит из... Там дальше может быть пизда только. Ой, фу! Тут такие звуки отвратительные, Кирилл! Кирилл, ты понимаешь, что я делаю для нашего выживания? Жив, спасибо, что у тебя не мужик в комнату повел. Да-да. Дисклеймер. А что это сзади нас такое? Я на поехали, давай. Чё, тварь? Да отвалите! Бля, она разгоняется, сука, это хуйня ебаная. Заводись! Да вы чё гоните, что ли? Господи! Он почти зацепился. Просто тропиночка типа и всё. Ну ладно, да ты не бомби, ты нормально. Хочешь, я пройду за тебя, Андрей, подойду? Давай, давай. Реально? Один час спустя. Показывай один раз. Смотри, вот так вот делаю. Тормози, мать твою! Охуенно. Олег! Блять, ты заебал отпрыгивать! Ты ебаная отрыжка, а! Услуги тренера оплачиваются или нет? Бля, Паша правильно говорил, мне надо быть тренером, блять. Профессиональным тренером, я хорошую пиздуху имею. Блять, сука, я не пользуюсь этим. Там две кошки у месяца. Андрей сам прошел. Блять, ага, конечно. Как Андрей сам прошел. Да, что... да, да, ничего, да. Мы записывали это, как я проходил, нормально? А он тебе не скинет, а он тебе не скинет. То есть ты подтверждаешь, да, что это было, вы просто скидывать не хотите, да? Раунд! Опа, смотри. Дверь куда откроется, ёпта. Как ты туда попал? Историю можно узнать? Нам пизда. Пацаны, готовьтесь умирать. А, горю опять! Жопа горит, блядь! Мясо, матюки, убийство! Минус 3. Что вообще в дом пошло? Я что-то... Ну ладно. Охуя себе, блядь! Охуеть! Ебать! Не повезло. Креативно, мерзко, фу, страшно. А вроде знаешь, вот, ну, так что ты живешь там, делаешь, вроде нормально, ёп. А потом раз и приуныл. Ну чё, разорос, погнали нам, ёбаный! Куда ты досел? Конец серии игры. Так, ну это уже наше время, это уже вот то, что сейчас происходит. 100 лет, блядь, до нашего верно. Чё нет? Нет. Осуждаю. А ты заебал падать, вставай уже, блядь. Не валяшка ебаная нахуй. О, пацаны, я вижу его. Где? Где, Серег, где? О, вижу. Свинорыл, блядь. Надо на ловушку, вот сюда. Давай. Хватит? Все, иду. Ой, эти сторки! Все, пизда, мотор. О, там животное бегает. О, это не животное, это Серега бежит.
Кстати, в принципе, не доебет. Там животное. Чего? Там животное бежит. Да нет, это Серега. Да, вот это было смешно, если честно. Друзья, на этом сегодня все. Я надеюсь, вам понравился такой формат. Если хотите почаще, то, конечно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а на этом сегодня все. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Всем пока. Всем пока-пока. Ты че? Ладно, хорошо, что это не настоящий. Скажи, что это настоящий. Ребята, обязательно подписывайтесь на данный канал. Это фан-чест. Я надеюсь, что еще там очень много роликов. Я бы... Хорошо, что я не смотрел особо нифига из того, что там было. Но этот ролик — это просто находка. Ссылка на сам ролик и на сам канал в описании будет. Обязательно переходите, смотрите. Это прекрасно просто. Ну и надеюсь, что вам данная реакция также зайдет. Это было великолепно. Фан-чест, большое тебе спасибо за твои работы. Ждем еще. FD.